Итак, всем привет, ребята. Кто смотрит мои видосы, не знает моего канала. Извините, захриплюсь. Просто уже стрим редко будет, но будут. Что? Ага. Нет. А вот они, у нас денег нету. Эту игру я одного своего друга увидел. Тоже ютубер. Ссылочку скину. Если нам будет в описании ряда, если вам она зайдет, то буду по ней стримить. Ну, перевод названия как «Золотая лихорадка». То есть мы будем добывать тут золото, расширять нашу компанию. Ну, как говорится, хорошо, ля-ля, поехали. Вкратце расскажу, но это все будет, наверное, на стриме рядом. Потому что только на стриме можно ехать и рассказывать там, разговаривать со зрителями, а на записи это нельзя сделать, потому что слишком длинная запись будет. Так что, ребята, как доберусь до города, где мы с вами возьмем кредитик, она немножко будет подглюкивать, почему-то она у меня, она не ультра стоит, но подглюкивает. Так что, ребята, поддержите меня лайком, если вам реально игра зайдет, то пишите в комментариях, то завтра же будет стрим. Сегодня, может, не успею уже. Но если меня быстро сконвертируется, то успею сегодня это сделать. Так, ну ладно, как вернусь в город, как пройду в город, начну запись. 4 ряда я так быстро до города ехал, вообще жесть. Тут, в принципе, поиски-то не мешает, так что... Но все равно, буду экономить время свое, да... Ну, чтобы... вам не... Ну, чтобы быстрее законвертило, чтобы вы быстрее посмотрели и сказали. Продолжать нет. Ну что, давайте арендуем первый наш участок с вами. Слитки только, да, золотые, может, банки, ну ладно, все. И давайте возьмем тогда, раз у нас денег с вами ноль. Давайте 200. А, тут 500 только максимально можно. Давайте максимальный кредит возьмем тогда на 500 рубаксов. Будем потихонечку тогда выгасить на стримах. Я думаю, это у нас будет больше шансов. Сейчас давайте съедем тогда. Так, у нас что-то уже за... Съездим сейчас тогда, купим необходимые вещи нам для промывки, и как только купим, ну, сейчас я вам все это покажу, как тут происходит все дело. А уж как я поеду, я уже записывать не буду. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте. Все видосы зависят только от вас, нет меня. Ну что, давайте тогда, что, ведра купим. Думаю, нам двух хватит пока на первое время. Так, дальше чем купим такую вещь, можно, в принципе, ну давайте, короче, 4 ковра купим. Так, вот эту вещь нам нужно уже тоже вкрутить в одной штучке, поскольку мы кредит с вами взяли, что нам, в принципе, это не страшно. Вот эту и вот эту. В принципе, все, нам это хватит. Оплачиваем. Ну, я говорю, нам этого все хватит. Да, не показываю больше все. Ребята, если вам еще дальше, ну, то уже нам в дальнейшем будет нужна вещь. То есть, если мы, допустим, как потом, ребята, еще всем расскажу на стрим-часке. Сейчас давайте погрузим наши вещи. Вот они, наши ведра. То есть мы... У меня почему-то, как вы видели, я начал грузаново. Ну, то есть я тут ее пробовал проходить немножко. Ну, так да, основательно не развивался, чтобы не портить интригу, чтобы показать вам, как тут что. Я так немножко покопал, развил свою стратегию, как буду все делать, так что
кто захочет эту игру приобрести. Но она, в принципе, недорогая, но и не дешевая из своего контента. Что, сейчас загрузимся, у нас еще не есть, так что поехали мы. Потом, я думаю, погасим кредит. Но сегодняшний видос мы его не сможем погасить, потому что на это нам очень много времени потратим. А на Windows этого не получится. Все. Ладно, ребят, давайте. Сейчас сядем. Так, вот все, что настройки. Блин. Хорошо увидел. Сейчас бы одно ведро потеряли. Ну все равно сюда приехали бы. Так что, как приеду, так увидимся. В принципе, что, уже приехали, сейчас будем разгружаться. Вот наш участочек света. Да вылези ты. Джокшись нельзя мушкой или как-то его развернуть, там вот так вот стоит очень тонко. Ну ладно, мы его сейчас лишь уберем. Что за коврики, вот я не могу понять, здесь какие-то можно складывать и как складывать, так что пишите это в комментариях, ребят, столько бежит. Сейчас я вам покажу, по какой методике я придумал все делать, что в дальнейшем мы не будем пользоваться, пока не купим аппаратуру нужную. Сразу же коврики постелим. Не коврики только, они как-то по-другому нам должны называться. Это спрыгнуты. Почему можно не пишется, как называется? Ну ладно. Так что, еще раз повторюсь, ребята, если вам эта игра понравится, то пишите это в комментариях и поставьте лайк, ставьте видос. Чем больше лайков набирается по этим видео, тем больше шансов, что завтра будет стрим по этой игре. А так, тогда будут видосы просто короткометражки, как не понять. Ну все, в принципе, у нас все почти готово к нашему чуть-чуть золоту добычи. Ведро мы сейчас вновь сюда унесем. Одно ведро пусть останется у нас здесь. Ведь можно было бы одно ведро купить. Мы еще сейчас пошли сюда. Жалко, что денег пришлось, конечно, в кредит взять. Было бы, конечно, лучше, если бы хотя бы 100 баксов или там 300 баксов у нас было бы уже на счету, чтобы мы могли уже просто, допустим, ведро купить и... ведро, вот эту вещь, вот эту два коврика, к примеру. И нам было бы проще. То пришлось взять кредит, сейчас еще за кредит платить будем и за аренду, ну ладно. Баги еще в этой игре, конечно, присутствуют тоже.
Что-то и промывки у нас тоже все готово. Зачерпнули воды. Ну и пошлите. Берем лопату такую вот интересную. Кстати, это ты сейчас займите глюк в игре, пишите в комментах обязательно. Можно, конечно, на первое время, к примеру, даже, в принципе, вот этот агрегат не покупать. То есть песок туда залить, без засыпать песок и так далее. Ну раз мы взяли с вами ведром, купили точнее ведра, всю аппаратуру, кредит не будешь взяли, то в принципе это нам хватит. В принципе, я знаю, сколько тут лопат примерно надо. Все отлично забилось. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да? Я уже сказал, но еще раз скажу. Если хотите продолжение этой игры, пишите в комментах. Там правила жрай. Let's go stream. Ждем стрим там и так далее. Так. Ну еще можно то вымыть и лопатку. Все. Берем это ведро. Этим же промывать тогда будем, мы едем же будем туда воду черпать. И пошел процесс промывки этого, да, потому что... А прикиньте, у нас тут будет стоять где-нибудь мотопомпа. Здесь будет протянут шланг с водой. И мы просто будем... не знаю, что делать с вами. Что, конечно, на экскаватор не подъедешь. Жалко, что еще меньше экскаватора нет. Это бы еще можно было бы на поток поставить. Дело. Давайте я вам сейчас покажу, как все это. Ну, происходит вообще процесс этот. Сейчас у нас сделаю за кадром тогда. Ну, я не знаю, чтобы совсем длинным видос не был. Давайте 10 этих. В принципе, можно одну лопату уже сюда подсыпать, так сказать. Сейчас на лопата 11%. Ну, очень интересная игруха, да? Если вам она понравится, то да, напишите в комментах. Что сделаю завтра с темпами? Сейчас бы с темпами воротал, конечно же. Не очень прикольно, конечно, они сделали, что пиксель на месте. И не что у нас будет дальше, если мы разобьемся на этом. Он будет мне просто, блин, с вами лопата, блин, ведро, целый комплекс потом сделаем. Ну что там, сколько, 77. А прикиньте, она была еще бы с мультиплеером, вот было бы круто, ребята.
Вообще был бы край. То есть Сава был бы, не играл бы. Можно было бы вдвоем играть сначала. Ну она. Да что за убираешься? Даже половина этого дрохота рубал. Ну да, сейчас до 10 догоним. Даже до 11 надо прорваться. Ну да, сейчас гормон еще. А, давай сейчас. Еще, ну, последний ход сделаем. Так что, блин, ребята, если он медаль там поблескивает золотишко, значит, это у нас золотишко сейчас пойдет. Ну, сейчас немножко надо будет золотишко. Так, ну, давайте сейчас мы сделаем что? Потому что не пролить. Все равно воду пролить, может быть, еще тогда поставим что-то. Миска пузи стоит. Не знаю, зачерпнул, не зачерпнул, но... Ты просто берем вот так вот коврик. Давайте еще лучше проверим. Тогда текстуры воды не видно, блин. Народ еще. Потому что там вода есть. Вот самое сложное, это вот этот пиксель поймать с ковром, блин. Шлёп, шлёп. Вот эти два коврика сейчас промоем с вами. Первые два. А, фу, ну вот это ладно. И посмотрим, сколько у нас там есть золота на них. Ну, то есть я их, ребята, загоню под соточку. Блин, надо беречь тогда уж как-то поудобнее. А, все равно так же забирать, значит, но... Но... По нулям 2. 2.18. Ну ладно. Ну что, давайте сейчас берем вот эту ведерко. Каким чудом уже ничего не спать. Сейчас немножко проработана игра в некоторых деталях. Все. Блин, мы же, конечно, сейчас собираться подождем. Сейчас теперь просто опускаем это все дело в ведро и... Что-то как-то камней много, да?
еще Леон, еще за мальки держать. Все. Ладно, как будет все вот эти по 100%, эти все фигни по 100% будут, я включу запись. В принципе, все то же самое буду разливать, копать, сыпать, промывать. Не забьются по 100%, я включу запись и будем потихонечку собирать их. Мы уже собрали с вами, не знаю, по унциям сколько это, если это на, если это 1 грамм, 600 миллиграмм что ли, или как, короче, пишите это в комментах, пока пауза. То ты будешь опять делать-то, ну, не дергать. Ну вот просто ролью и дроешь. А, потом идем. Вот, ребята, я уже тут. Несколько часов ковыряюсь с этим делом. Уже почти 100% два коврика имеют. Так что да что ты, не ведро ставлю, так потеряю, блин. Так что еще раз повторю. Ой, да чё сегодня день такой у меня? Если зайдет вам видос, то пишите все это в комментах. Что-то же не давай кому сейчас. Я пунктиров таких нигде пока не вижу. А, вон оно. Ничего себе, как оно далеко улетело. Вот он, наш дрон. Вот он, нашлось. Ладно, ребят, еще пауза. Ладно. Ну, уже почти вечер в игре. У меня тоже вечер в игре. В жизни тоже почти ночь. В игре вечер. Мы с вами продолжаем вести археологические раскопки из золота. Но мы уже почти с вами все лотки, все коврики и лотки, я не знаю, как правильно звать это, пишите в комментах. Вот у нас почти 100%, они все забиты. Не, игра реально прикольная, прикиньте, она вообще была бы с мультиплеером, да. Втроем играть в нее вообще было бы круто. Чё двое копают? Я буду только вот начать развиться, да, допустим, двое копают. Уже как бы, если ты какой-то, то есть, если ты инвентарь не купил, то как бы смогу, да, допустим, друзей пригласить. Если ты уже какой-то бедный инвентарь купил там, ну, стандартно дается лопата и вот это, дом, корыто и миска, и промывки. Так сказать, да. Остальное все приходится покупать, то есть ведра. 5,66, это дал поможет. Сейчас целый дрон скинем. Или половинку даже. И туда с ложечку. Точнее, ложечка, ведёршка за маму, ведёршка за папу. Так, а здесь как раз должно быть. Ну. Да, что ты будешь делать? Ладно. Да, если он там может бегать, стрелять вот так вот, она.
Ну, все, ровно 100%. Четенько так рядом с вами закинули. Еще можем ведро, которому мы сбросили. Да возьми ты это ведерко. Иди с ним. Все. Вернулся, ребята, да. Так, что мы там сейчас поняли, ничего. Ага. Пустую ведро принесли, ну ладно. Прекрасно, сейчас ведро. Должна хватить как раз вот этих. Копали сейчас, должно хватить. Все, тебе добрый, ты 100% зашкаливаешь. Даже может, а может, и хватит, а может, не все. Вообще замечательно. Все посолочки. Так, играть, ну. А, зачем мы сейчас не знаем? А, не знаем. Пролилась наша водичка. Ну, еще раз. Уже снимаем. Я понял, как ему пользоваться. Могу создать эту стрелку, но ведь на эту. Ну, давайте посмотрим, сколько мы получим золото с этого дела. Эй, все, обратно прилепил. Так, ну что, проверка прям крутая эта. Тарелку и как она там правильно взялась. Сомневаюсь, что-то сильно попадется. Ну кто это знает.
ничего. Там потом мы с Ховриков сами сняли. Уже задолбалось чискать меня, потому что у меня тут мышка, блин. Ну, 20% сняли сами. Ну, короче, думаю, мы так закончим с вами видосик. Костра, так скажем, подумаем о чем-нибудь хорошем. Ладно, ребята, на этом буду заканчивать. Если вам реально эта игра понравилась, то пишите это все в комментах. Ну, давайте, жду ваших комментариев. Всем пока.